Всем привет! Это канал «Разговор с Богом». Ее ведущий Крутой Сергей. Кто впервые смотрит меня, расскажу немножко о канале. Я занимаюсь различным ритуалом, помощью людей для того. И также занимаюсь целительством, ясновидением и многим другим. В общем-то, и эзотерикой. Что хочу сказать. Это видео посвящено этому году и также переход в следующий год. Рубрика «Ясновидение». Почему «Ясновидение»? Потому что я хочу вам передать из 2020 года 21-й, что у нас будет, какие моменты и что можно сделать. В 21-м году можно идти на небольшие риски. Кто-то сменит работу, кто-то вложится денежно, финансово, в общем-то. Какой-то проект, и он будет работать. Не бойтесь что-то нового и не бойтесь старое добиваться в лучшую сторону. Старое дело тоже будет работать, так что не бойтесь рисковать вложение в проект, который вы задумали в 2020 году, но никак он не осуществлялся. Я думаю, в этом году все финансовые вопросы у вас решатся. Что говорит о здоровье? Здоровье надо беречь, понятное дело, сейчас. Многие вещи происходят так, как идет болезнь и все остальное, пандемия. В общем-то, я скажу одно, то, что это еще будет продолжаться. И продолжаться не один год. Но, если мы будем не пренебрегать всем, что нам положено, у нас будет все хорошо. И никто не заболеет. И я, в общем-то, молюсь за всех, кто попросит меня. Я всем помогу. В общем-то, вот так. Здоровья. Желаю всем здоровья. Это самое главное в жизни. Так, дальше. Обретение счастья тоже в этом году очень хороший момент, когда можно делать предложения, свадьбы и все. Остальное это самый благоприятный год. Не знаю, как в следующие года, но в этом году это лучшее время. Если вы еще не успели сделать предложение или сделать свадьбу сыграть, то давайте в этом году это сделаем. Вот и все. Что дальше? Если о человечестве будем разговаривать, то ладно. В этом году Россия укрепится и станет более влиятельной, что даже сейчас будет побаиваться. Многие страны так побаиваются, но сейчас в 21-м будет еще больше.
Также у нас много решаться вопросов. И начнется, в общем-то, помощь, внутригосударственная помощь людям. Все, что нам не далось в этом году, дастся в следующем, 2021 году. Так, ну, в принципе, вот такое предсказание будущего. Я говорю то, что видел. Что дальше сказать? Да, в принципе, все. Все, что я увидел, я вам рассказал. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. В 2021 году я вам предсказываю и обещаю, что еще больше будет роликов, будет интересней. Не отписывайтесь от канала, наоборот, больше приглашайте своих друзей, если заинтересованы. Я буду пробовать себя, как и всегда, проверять и телесно, и физически, и как бы эзотерически, энергетически. Вот так. И многое другое вас ждет в следующем году. Так что всем пока и с наступающим Новым годом!